полтора миллиона тенге. За такую сумму хотели продать младенца медики в Таразе. Как установили правоохранители, новорожденного у акушера хотела купить местная жительница. Выяснилось, что роженица обратилась в городскую многопрофильную больницу и сообщила медработникам, что хочет отдать новорожденного ребенка в детдом из-за проблем с финансами. Воспользовавшись ситуацией, медработники нашли бесплодную женщину и сделали ей предложение, но их задержали с поличным. Спецоперацию по поимке разрабатывали сразу два ведомства – прокуратура и управление по борьбе с организованной преступностью. Медицинские работники в целях обогащения и доведения своего умысла, заранее подготовив женщину, которая не может иметь детей, после родов организовали продажу новорожденного за 1,5 миллиона тенге. По факту торговли несовершеннолетним начато досудебное расследование по статье 135 Уголовного кодекса. Два медицинских работника задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Если вина медработников будет доказана, то им грозит тюремный срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества. А вот дальнейшую судьбу 39-летней матери младенца и покупательницы установит следствие. В соответствии со статьей 128 УПК РК, женщины водворены в изолятор временного содержания. В отношении покупательницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Новорожденный ребенок помещен в настоящее время в дом малюток, город Тараз. Расследование продолжается.